Проблема неосвещенных улиц знакома каждому димитровградцу. Фонари не горят на главных проспектах города, не говоря уже о дворах и переулках. Я сама пешеход, и порой очень страшно, видите водителей на улице или нет, темно же. В нашем городе, как и в любом другом, есть темные пятна, и эти неосвещенные места очень часто приходятся на пешеходные переходы. Обратите внимание, на эту проблему решила и молодежь Димитровграда. Более 40 юношей и девушек вышли на центральную улицу, освещая все вокруг фонарями. Сейчас темнеет слишком рано, и поэтому как-то страшно ходить по улицам. И вот решили выйти с фонарями. Привлекая к себе внимание, у ребят были только благие цели. Мы вышли для того, чтобы помочь осветить улицы нашего города и еще раз обратить внимание на эту проблему. Прошло почти 2 недели после того, как глава города дал обещание наладить уличное освещение. Пробелы все же остались, хотя стоит отметить, что ситуация в городе все-таки улучшилась. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.